Хейо, гайз, с вами Шимки, и мы продолжаем пройти игру под названием Dark Souls Remastered. Короче, в принципе, мы с вами все сделали, что могли. Блин, у меня ж по идее есть, да, огонь хранительница? Если я не ошибаюсь. Или я все-таки его использовал? Блин, есть, ну, можно, в принципе, усилить на нее флягу. То есть смысл мне от этого костра, если я могу юзать костер, который находится здесь у нас. Короче, не в этом суть дела. А сегодняшняя наша задача. Во-первых, нам нужно сейчас быстро пробежаться и прийти к кузнецу, который здесь у нас находится наверху. Ну, как не наверху, но вы поняли, какому. Который между... башня Лотрика и между темными лесами. Для чего? Нам нужен он для того, чтобы заточить хрень. Наш сломанный прямой меч. Благодарим нему мы заточим его. Мне главное. А душ у нас есть, в принципе. Если что, я пофармлюсь немного. Да. На уровень мне все равно там не хватает, мне кажется, на уровень нужно 20к с чем-то. Поэтому нормально. Поэтому сначала бежим к нему. Можно еще сбегать заранее и флягу улучшить. Тоже как вариант. Для чего мы бежим и улучшаем сломатый меч? Нам нужно его улучшить до максималки. А, да, мне нужно купить при... Не. Усилить оружие. Так, его здесь нету. Хотя, подожди. Подожди, подожди. Усилить оружие. Вот святой, но не помню. Хотя есть оружие. Я не знаю, арторский меч, он будет наносить урон? Мне нужно разрыв между скелетами и... вот этими шаманами, чтобы я смог их убивать и чтобы они не восстанавливались. Ладно, усилить оружие. Ладно, изменить снаряжение. Хотя, оно дешевое, поэтому... А, стоять. Все, так, дальше улучшаем. Так, отлично. А, отлично, так. Теперь мне нужно... починить снаряжение, давайте сразу все сделаем по-красивому. Душ у нас достаточно, чтобы не падала прочность моих предметов. Хорошо, дальше. Как мне объединить, вот это вот мне интересно, сломанный кусок меча и... так, сейчас сделаем. Если что, я еще арторский вот этот меч попробую. Так, ладно. Открыть обездонную шкатулку. Дальше заходим в мечи. Так, ладно, этот я все-таки оставлю. Так, сломанные, сломанные. Так, мне нужна сломанная рукоять меча. Давайте еще шкатулку откроем. Я не помню, что у меня по броне. Или у меня все стоит нормально. Так, штанишки те же. Ага, шляпа. Нет, все-таки еще нужно сюда позакидывать, чтобы оно меня не отвлекало. Курточка это моя. Шлем мой. Перчи мои. Так, здесь все, здесь тоже все. Нормально. Блин, я не помню, где создавать предметы. Пойди у этого челика.
Ай, как создать? Изменить снаряжение. Но это вернуть его в другое состояние. Усилить оружие. Мне нужна не рукоятка, подожди. Усилить оружие, починить снаряжение, купить предмет, поговорить. Прости! Прости, пожалуйста, ёбаный в рот! Этого казино я не хотел! Ладно, ёбни меня давай. А хотя не, иди, наверное, отсюда я побежал. Я не хочу убирать. Мне кузнеца жалко. Блять. Я не знал. Пожалуйста, прости меня. Черт. Мне его развести теперь надо как-то. Ё-моё, пошли мы с вами в катакомбы. Зашибись. Эй, смотри, а здесь кузница. О. Иди сюда. Опа, все отлично, бежим, 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 бежим. Если он сейчас потухнет, тогда ладно. Пускай он меня добивает. Пожалуйста, не будь... Блять, он... Теперь ты будешь агрессивным? Ладно, пизди меня. Добивай. Сука. Это сейчас будет очень плохо, ребят, если он будет агрессивным. А где мне тогда создать? Сука. Ай-яй-яй-яй-яй. Ведь я ему весь уголь отдал свой. Блядь, он меня не простил. Дед, ну пож... Блядь. Ну, блядь, ну серьезно? Бьешь в спину, какая подлость! Алло, я... Кузнечному, заебись. Минус кузнец, ребят. А могу ли я, знаете как, выйти, перезайти? Я не хочу, ребят, алло. Я не хочу деда убивать, камон. Пиздец. А есть еще какие-то у нас кузни... Охуеть. GG, блядь. Создал я оружие. GG! Ну что, заебись. Все пошло по пизде. Ладно. Переместиться. Нам огня. А башня, глубины, камни, дракон, нарисован мир. А у нас вариков больше нету, ребят, как бы. Ну да. Минус кузнец, заебись. Охуеть. Ладно. Заебись. Сейчас отдохнем просто у алтаря. Перенестись, открыть бездну, шкатулку, изменить заклинание, починить снаряжение. У меня нет ячек магии. Поднести души? Великая чаша. У вас нету великих душ. Заебись. Эй, Чубрик. А, походу,
Я понял, хорошо. Последнее, если что, здесь у нас будет сохранение. Так, переместиться, храм огня, да. Что тогда делаем? Старка жалко, ебать. Единственный кузнец, по сути, который у меня здесь поблизости есть. Ну, давайте, я не знаю. Поставлю меч Арториаса тогда. А почему я не могу его нормально использовать? Стоять, не, поставь. Вера, да? Ага. Так, прямо мечение сейчас за рыцарь, скорее всего, так благословенное оружие включает качество. Ну, блин, я не знаю. Не, ну я типа его поставлю. Пускай стоит. Я, конечно, пробегусь здесь. Блин. О, красный щит. Так, здесь, да, находится мне уже, которых нужно убивать много раз. Мне фонарь нужен. Сейчас попробуем. А, ну он сразу сдох. Ну, взрывы можно это предотвращать щитом. Блять. Но походу пока что разрывы идут. Что он меня заметил все-таки? Да, это как, короче, летающие головы такие странноватые. Не, стоять, а где шаман тот был? Где тот мах? Сейчас попробуем сначала вот так сделать. Да нет. Да нет, хорошо. Ладно, если так. Не, все равно, смотрите, разрыв идет, типа, от души. То есть я их ваншочу. Наверное, все-таки те волшебники, то одноразовые. Ой-ой-ой. Ну да. В принципе, смотрите, я разрываю их с... Здесь у нас этот был. Ладно, отдохну.
Сейчас двое те у нас воскреснут. Но мы с ними быстро разберемся. И будем смотреть дальше. Не, пойдем мы спокойно, ребят. Они убивают, слушайте. Ладно, так быстрее будет. Типа один удар. Но если смотреть, куда мы с вами еще пойдем, я думаю, нам будет тут достаточно. Довольно достаточно. Да не. Разрываю связь. Это дух сюда прилетел? Пока ваншочу, все хорошо. Когда я перестану ваншочить, это уже будет плохо. Я не помню, где здесь ловушки. Поэтому нужно быть... Ох! Так, я вижу, там есть. О, здорово, как ты там? Как поживаешь? А, не пробиваю. А, я к тебе сейчас приду, подожди. Я сейчас ко всем приду. Здесь, конечно, что помещение узковатое. Тихо. Ну да, походу я тогда... Этого убил, его больше здесь нету. Ну, летающая голова, тихо. Так, большая душа. Что здесь у нас? Заебись. Убьем. Ага. Мне главное этих поубивать, чтобы они не создавали скелетов. А там плевать. Времени у нас много, я думаю, до следующего костра доживу. И у меня еще фул фляги. Не будем это забывать. Не, пока что они убиваются с одного удара, только то, что мне немного кровотечения они наносят. Здесь да. А, люцерны храмер. Здесь сложное. Так, я отсюда пришел, да? Так, хорошо. Блять, это отсюда лучник стрелял.
Значит, мне сюда. Просто мы же тогда с вами вниз просто спрыгивали. А именно путь мы с вами не на... А, летающие головы точно здесь же были. Ай-яй-яй, блядь. Ай-яй-яй. Но хилок у нас таких маленьких нету. Бац. Мага я убил, поэтому все нормально. А вот это мог быть и я, в принципе. Мне бесит, что он задом поворачивается. Это очень раздражает. Так, а что у нас там? Мне главное, чтобы я никуда не упал. Да и все. Так мы дальше, походу, пройдем. А, это я сейчас тропу открываю, да? Ага. Ой, звуки водопада какие громкие, так, душа. Интересно, ловушки показаны? Вот здесь ловушка, походу. Вот здесь ловушки нету. А, уж сука. Все-таки была ловушка. Все-таки ловушка была. Давай следующий. Ой-ой-ой. Скоро придется хил купить. В принципе, я могу кувырок сюда сделать, да и все. Так, там туман. Так, это, если что, вот эти две, по идее, тут могила обваливается. Поэтому лучше туда не идти. Сейчас, хотя бы. Я не помню, какие здесь опасности меня могут поджидать. А-а-а. Так. О, тихо. А здесь я буду сейчас смотреть, сможет ли меч убить этого скелета. Если он его убивает, значит нормально. Мне придется его только заточить. Да, он его убивает, но это будет очень долго. Так, вот это сейчас может быть плохо. Что мне нужно сейчас будет быстро найти волшебника. Либо мне придется очень больно с ними. В плане того, что не буду сейчас все восстанавливаться.
Вот в этом плане. Это будет довольно очень плохо. Это да, когда мага нету. О. О. А теперь все нормально. А вот теперь все нормально. То, что теперь они будут убиваться. Вот это единственный минус данных скелетов. Что их восстанавливает. Так, теперь идем наверх. Там я должен забрать то, что я там оставил. Вот видите, вот этот скелет за мной не пошел, потому что он далеко от меня был. Так, душа. Хорошо. Ага, у нас еще человечность с вами. Буду на... Так, стоять. У нас куда проход? Это у нас сейчас проход куда? Так, здесь мне нужно открыть. Что здесь у меня? Ага, еще дверь. Хорошо. Это, походу, нижняя, последняя. Да. Я просто слышу какую-то магию. Звуки магии. Сейчас вернемся сюда. Входим вниз. А, вот, а потом уже сходим дальше, посмотрим, что там было. Так, здесь я... Так, здесь у нас просто падение. Ага. Ясно, хорошо. Значит, возвращаемся. Возвращаемся мы сюда и всюды. Теперь смотреть, чтобы меня ничего не скинуло. Я не вижу. Ой, блядь. Нужно его грохнуть. Либо я не смогу дальше пройти. Это хорошо, что я его заранее заметил. Это у нас взрыв сейчас чего было? Ага. Клад. Да-да, клад. Нихуяшеньки у вас там. Слышите, кладоискатели, а ну побежали за мной. О!
Так, у нас тут весело, я вижу. А где Мах? А где Мах? Не поверю, что его тут нету. Так, большая душа. И... Ой-ой-ой-ой. Эй, слушай, а давай ты вернешься туда, куда пришел. Так что здесь у нас? Я понял, там великан. Это за очень плохо тогда получается. Сюда. Давай, давай, давай. Так, а теперь бежим. Воу! Тихо. Вот этого лучше здесь не оставлять. Обломок, тихо, пьем. Душа. Заебись. Выход. Типа упасть, а то упал. Теперь мне нужно отсюда. Как-то найти выход. Блять, а уже время. Ладно. Будем считать, повезло. Тихо. Опа. Ох, как отлично. А мне бы сейчас сохранялку где-то раздобыть.
А, они меня типа не видят, пускай они видят дальше. У меня осталось фляги не так много. Ух ты, шлем, привет. Ну что это ты ко мне решил прийти сюда? А? Давайте я, наверное, все-таки отопьюсь. Просто кто его знает? Опа. В смысле? Я кузнеца слышу. Ладно. Отопьемся. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Блядь, у меня душ много. Я по-любому, да, здесь падаю? Окей. Мне сейчас очень страшно, страшно за мои души. То, что здесь сохраниться нельзя. Окей. Все. Вихрь. Тобой покончено. Опа, это ж использовать обряд воскрешения, вы сможете воскресить костры, чем обычный. Теперь костры будут у нас сильнее, ребятки. Маска матери. А что маска матери у нас дает? Ага. Одно из трех масок вихря, некроматы, которые украли силу повелителя могил и теперь правят катакомбами. Эта маска доброй матери немного увеличит количество здоровья. Ладно, давайте посмотрим, что у меня еще тут есть. Кузнечный молот. Металлический молот Эндрю из Асторы, кузнец старой церкви. Можно использовать как ударное оружие, но лучше оставить его в руках талантливого хозяина. Да. Я думаю, после смерти он хотя бы будет добрый. Я же не хотел убить. А, алгебра... Так, Люцерхеймер. Алебарда с большим выступом в форме клюва. Предназначен для выпада, вместо этого, чтобы колоть, как копье. Одно... Так, воин должен стараться пробить тяжелый клюквам люцерной головой врага. Короче, это совмещенное оружие. Череп-фонарь. Фонарь черепа некромата из катакомбы заключается, держит его за длинные волосы, сохранившиеся в тени. Этот фонарь освещает склеп великанов, темный обитель повелителя Нита. Также используется как удобное оружие огня. Красная, так, красивый красно-белый круглый деревянный щит, сделанный в Лордране. Гигантские деревья Лондрана дали родственные в древние камни деревьев. Передали щиту свои силы, теперь они отличают защиту от урона магии. Хороший урон, короче, от магии. Бля, что, ребятки, будем делать? Мне бы костер где-то найти. Что-то сдается мне, что костерчик нам не найти. Да? О, боже, можно отправиться к костру? Как вариант.
Впереди кратчайший путь. Мне страшно уже. Так, ну это вниз. Стой, а мне нужно этот. Костер тут есть где-то? А мне бы где-то костер бы раздобыть. По-быстренькому, так сказать. Вот эти ветеркам лучше не верить, потому что они нас могут угробить. Слишком много места, где можно сдохнуть. Ладно, давайте я, короче, заюзаю косточку. Я не помню, кажется, здесь костра нигде нету. Поблизости. Давайте я тогда на этом закончу. Там посмотрим, если здесь есть костер, тогда отсюда и продолжим. Если же нет, я отправлюсь в next локацию. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.